Лучший учитель – тот, кого любят дети, признают коллеги, уважают родители и оценивают власти. Именно такой педагог Галина Сычева. Ей указом президента присвоили звание «Заслуженный учитель России». Галина Владимировна у доски уже 30 лет. В Иваново работать приехал сразу по окончанию Санкт-Петербургского госуниверситета, факультета прикладной математики. Большую часть жизни отдала труду в 33-м лицее. Каждый урок начинается с проверки домашнего задания. Мы задаем вопросы, и она всегда на них отвечает. Новые темы всегда объясняются очень понятно. Если у нас все-таки остаются какие-то вопросы по новому материалу, мы всегда можем подойти после урока и обсудить с ней. А если у тебя есть какие-то проблемы в учебе, ты можешь остаться после уроков или переписать, или дополнительно позаниматься. Галина Владимировна, она всегда понимает, когда у нас есть какие-то причины для пропуска уроков. Галина Владимировна всегда помогает, когда у нас есть какие-то затруднения в учебном процессе. И даже если у нас идет что-то плохо с оценкой, Галина Владимировна всегда дает шанс их исправить, там, контрольную переписать или самостоятельную работу. Перечислить заслуги педагога Сычевой не так просто. Она учит не только детей, но и учителей. Проводит семинары, лекции, мастер-классы. Рассказывает коллегам, как успешно преподавать математику. Галина Владимировна – автор 15 методических пособий для подготовки школьников к итоговой аттестации. Наработки Сычевой применяют и в других регионах. Ее выпускники продолжили обучение в лучших вузах страны. У нас задача развить детей так, чтобы они не просто получили сумму знаний, а чтобы они научились сами добывать знания, применять эти знания, чтобы на выходе из школы они смогли свои желания, свои амбиции, в хорошем смысле слова, реализовать. Ну и у нас, собственно, вот в этом году из выпуска только 4 детей поступили здесь в Энергоуниверситет, а остальные уехали в московские и питерские вузы. И они туда проходят совершенно свободно. И учится хорошо. Вместе с другим педагогом лицея они практикуют действенный метод паново обучения. Интерес к математике, рассказывает Галина Владимировна, можно вызвать у любого ученика, даже гуманитарного склада ума. Работаем вместе в паре с Надеждой Сергеевной Колоколовой, это тоже наш заслуженный учитель. Они добиваются очень хороших результатов в обучении. Например, в этом году их класс, 9 класс, полностью все 100% сдали предмет математика на отлично. Это, наверное, дорогого стоит. Ни одной четверки даже не было. Свою профессию Галина Владимировна очень любит. Считает ценным то, что удается каждый раз открыть для себя нечто новое. Профессия учителя – это, в общем-то, особая профессия. Она не дает возможности нам самим стареть, не дает возможности остановиться. Мы должны быть всегда в гуще событий, мы должны постоянно сами развиваться и чему-то учиться. То есть процесс обучения, он процесс обоюдный, поэтому мы учим детей, дети учат нас, и только в таком союзе может получиться результат. Секрет своего успеха Галина Сычева не выдает, но отмечает, главное – пойти на контакт с учениками и работать не для результата по ЕГЭ, а для новых знаний. Всего в регионе 3 педагога отмечены высокими государственными наградами. Медаль за заслуги перед Отечеством получила директор 21-го лицея Нина Писарева. Звание «Заслуженный учитель России» удостоилась Ольга Лукичева, педагог 7-й фурмановской школы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.